Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, канал Муравьиный Муравьи. И в этом видео я проведу один очень интересный эксперимент. И если он удастся, то в колонии муравьев Лазиус Никер появится один муравей из чужой семьи. А что именно я попытаюсь сделать, это переселить одного муравья Лазиус Флавус из колонии Флавусов в пробирку с Лазиус Нигер. И если они приживутся, то можно считать, что эксперимент удался. Есть два типа переселения муравьев, подселения, о которых я расскажу попозже. И сегодня воспользуемся одним из них, то есть утоплением. Для начала нам нужна, так сказать, стакан с водой и ватная палочка. Я взяла несколько, чтобы если что-то пойдет не так, то можно было заменить ватную палочку другой. И теперь нам нужно осторожно достать муравья из семьи Лазиус Флавус и окунуть в воду, чтобы он барахтался до тех пор, пока не перестанет двигаться. Что дальше, сейчас сами увидите. Итак, для опыта берем колонию Флавусов, аккуратненько открываем вату, и теперь выманиваем одного из рабочих. Для такого, как сказать, микростресса я немного постучу пробиркой по столу, чтобы муравьи начали копошиться. Итак, и сейчас посмотрим на реакцию муравьев. Еще немного постучим, подождем, пока они бегут подальше. Как видите, муравьи пришли к действию, в движение. Так, еще немного постучим. Так, обопрем, чтобы пробирка не каталась, чтобы вам было лучше видно. Теперь берем пинцет. И для большего удобства я, хотя в принципе можно и без пинцета обойтись, и попытаюсь взять муравья. Отлично. Лазиус Флавус, муравей, особь у нас на ватной палочке. Теперь аккуратно закрываем пробирку и эту семью откладываем в сторону. Теперь нам понадобится вода. Аккуратно обмакиваем эту палочку, или же можно не обмакнуть, а просто стряхнуть муравья в воду. Все. Теперь он у нас плавает. Теперь дождемся того, пока он перестанет двигаться, и, в общем, покажу, что будет уже дальше. Итак, наконец-то наш Флавус перестал дергать лапками. Это явный признак того, что можно подселять его к колонии нигеров. Итак, камеру поставлю сюда, чтобы было лучше видно. Теперь мы отсоединяем нашу трубку от арены, чтобы было гораздо удобнее подселить Флавуса в гнездо, точнее прямо в пробирку к нашим садовым муравьям. Все, сдвинули, муравьи начали копошиться. Поставим ватную палочку, чтобы пробирка не двигалась. И теперь аккуратненько берем нашего Флавуса. Вот он у нас на палочке. Не очень хорошо видно, но сейчас я просто аккуратненько засовываю его в пробирку и оставляю там. Все, теперь можно подсоединять пробирку к арене. Аккуратно это делаем, чтобы яйца, расплод и матка не пострадали. Итак, можно сказать, эксперимент у нас прошел удачно. Ну, теперь нам нужно посмотреть за реакцией наших черных садовых муравьев на белую ворону в их гнезде. Сейчас я поставлю все крупным планом, чтобы вы видели гораздо лучше. К сожалению, мой эксперимент не удался, и нигеры не приняли особь Лазиус Флавус к себе в гнездо. Я так думаю, что это из-за того, что я недостаточно долго держал Флавуса в воде, и он недостаточно сильно, так сказать, утонул. Потом я также попробую эту штуку с заморозкой. Ну а пока подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.
Всем удачи, всем пока!